Армяне для Ирана сделали очень многое. Иранцы часто говорят касательно армян, вот в простонародье, нация первых, нация, которая впервые привнесла что-то в Иран. А что это было первое? Это театр, это кино, это типография, это опера, это даже пицца. Пицца, вот итальянское культурное явление, масс-культура, скажем так. Пицца тоже в Иране впервые, как говорится, пиццу тоже принесли армяне впервые в Иран. И в этом плане мы должны считать себя хозяевами Ирана, как бы парадоксально это ни звучало. Неправильно.